Ох ты, это была, наверное, ошибка наша. А, зря, надо уворачиваться. Ой-ой-ой-ой, вот это было больно. Ой, ты посмотри, какой он урон неистовый наносит. Вот это да, ребята, палач разошелся и прям вовсю нас дамажит. Нам осталось совсем чуть-чуть, надо его добить. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Всем привет, дорогие друзья, с вами команда Дедол, и мы продолжаем играть в Shadow Fight 3. Всем привет, дорогие друзья, ну что ж, наши бои продолжаются, это уже не в мире теней, но с теневой силой. Да, ребята, используем ее по максимуму, ведь она очень сильно помогает. Ну что же, у нас идет продолжение главы 1, мы, надеюсь, сегодня ее завершим, а также откроем наши сундучки. Да, да? Ребята, давай начнем с бесплатных, вот прямо сейчас, давай. А вот редкие мы откроем, как всегда, чутка попозже. Конечно, ребята, ну бесплатно, как обычно, ничего годненького не выпадает, только монетки и что-то еще ненужное совсем. Итак, Джун нам говорит, в регионе казнь исполняется поединком с палачом. Никому еще не удавалось изменить приговор и победить его. Ого! Но если ты выиграешь, у тебя будет право вызвать на поединок любого, и тогда сержант ответит за все. Ну отлично, давайте одолеем палача, ребятки! Поехали на казнь! А вы нас поддержите лайком, подпишитесь на канал, а также обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями. Слушай, что у него за такая палка-меч какая-то непонятная? Мне больше нравится у него на голове что-то такое. Слушай, у нас вот этот вот толчок плечом прикольный очень, и он так эффектно смотрится. Отличная очень. Отличная способность, ребята, но палач какой-то прям демонический, демонолог. Да, демонолог, действительно, но пока что этот демонолог не очень удачно выступает против нашего. Не хватает ему длины мечом. Ребятки, посмотри, вот это ой, да. Ой, ты посмотри, какой он урон неистовый наносит. Вот это да, ребята, палач разошелся и прям вовсю нас дамажит. Нам осталось совсем чуть-чуть, надо его добить. Давай, давай, нужно срочно это сделать, да. Отлично, ребята, но меч у него очень странный. Чё-то мы вообще не получали урона, а потом как начали, как нахватали. Способность, конечно, у него мощная, ребята, он пронзает Согласен. Землю. И начинает прям шарашить. А у нас тоже нехилые такие способности. И бам! Удар по земле. И вот так вот еще можно напрыгнуть. Половину хелсов, ребята, отняли у него. Это вообще круто. Чуть-чуть осталось. Пару ударчиков, а может напрыгнем! Вот так вот. Одним ударом палача снесли. Круто, ребята. Палачу пришел конец. Вот этот все страшный больше здесь не хозяин. Тебе же был нужен я, верно? Ну хорошо, я сражусь с тобой. Вот так вот, сержантик. Сержантик готов. Благоловил с нами сразиться. Спустился он на землю просто. И сейчас мы посмотрим, какой он сюрприз для нас готовит. Конечно, и перейдем уже, ребята, на четвертый уровень. Да, кстати говоря, у нас будет апгрейд. Смотри, доспехи Кагуна какие-то мы получили. Ничего себе, но прям... они не лучше, чем наши. Прям самого Кагуна? Смотри, доспехи, да, они ничем не лучше наших. Но мне ну, наши больше слушай, нравятся, наши, они более да, зачетные. Больше нравятся, конечно, у нас и способности там всякие выставлены, ачивки. Ты посмотри, безумно у нас! Безумно! Ну давайте, ребята, сразимся с сержантом! Мы сразимся по старинке, никаких теневых приемов, только грубая сила. Ага, испугался теневых приемов, ребята, сержантик. Ну что, ох ты, он со своими дружками, ну держите, если слушай, ты... у него они очень медленные, он прям замахивается, ой, как тяжело. Да, очень тяжело ему, конечно, против нашего копья, я не знаю, он-то до нас вообще достанет или нет, а да, представляешь? Да, достал, ребята, ну, я думаю, если он достанет, так уж наверняка. Ну, пока что он не особо может достать до нас. Ух, опа, ребята, пытается он что-то там с разворота сделать, но у него... Мешает. Ой-ой-ой, сейчас попадет все-таки. Ой, попал, но не очень сильно, ребят. Я думал, что прям бешеный будет дамаг, но нету такого бешеного дамага. Мы ему наносим намного больше. Прям и... мощно мы ему наносим, если честно. О, зажал нас в угол, но вылетели его топорики, ребятки, и победа. Не топорики, молоты, молоты. Ай, молоты, конечно, как у Тора прям. Ты не покинешь эту арену живьем, сфера.
станет моей, и тогда мне нужны будут армии. Не нужны будут армии. Я сам стану армией. Да ладно, что-то он задумал, мне кажется. Сдался? Он же хотел без теневой энергии играть, а тут постоянно тень, что ли? Ой-ой-ой, тихо. Вот что он делает? Что он делает, ребята? Ой-ой-ой, какой-то он неистово мощный стал. Очень мощный. Что он творит вообще? Он просто бешеный. Тихо. И постоянно использует какую-то способность. А, он тень мы не можем использовать, а мы просто в тени. А что, он застрял там? Ну бей его, пока он там ходит. Не, что-то я боюсь его бить так. Вот так вот сделаем. Опа. Отпрыгиваем, ребята, хорошо вернулись от удара. Сейчас нужно точечно, прям активно. Сейчас нужно уходить, 100% нужно уходить от него, потому что, мне кажется, если... Почти долетели, почти. Не зря так идет, прям, знаешь, настойчиво. Как танк, ребята, идет настойчиво, кидается даже. Ты посмотри, шипами нас так... Ох ты, это была наша ошибка. Зря надо уворачиваться. Ой-ой-ой, вот это было больно. Да, вот так вот. Ух ты, хорошо, увернулись. И нужно попадание, Ух, у нас теневая есть способность, надо использовать быстрее. Быстрее используем. Раз, подбегаем и вниз. Я боюсь, что сейчас будет вот это вот. Обойдем его. Да, бей пошли, его сзади, подожди, бей стой, сзади. Он будет бросаться вот этой штукой своей. Эх, а нам ни в коем случае нельзя получать. Теневую, ребята, пропустили немножко, но ладно, зато увернулись. Опа, хорошо. Сбили. Это была ошибка, фатальное, походу, дело. Да, зря напрыгнул на него. Слушай, интересный бой. Интересно, да, прям неистово перешли в тень, и он постоянно в тени. Да, он постоянно в тени. Ох ты, вот как так? Сразу, ребята, сразу. Такое начало, это дерзко, это очень дерзко. Так, отходим. Да что ж такое, он не стал проходить сквозь него, почему, дружище? Да, тяжело, ребята, здесь на этих стиках играть, на экран. Да, есть свои минусы. Опа, хорошо, попали. Отлично. И сейчас он пойдет к нам. Идет. Уворачиваемся. Хорошо, и откатываемся назад. А почему нельзя сейчас... сзади? Потому что он бросает этот... А если его сбить с ног, например? Он не сбивается с ног. Это 100%. Не сбивается с ног, но... Ой, как хорошо, очень хорошо. Так, и... Идет, проходим. Отлично. Откатываемся назад, ребята. Откатываемся и кидается. Вот так вот. И можно атаковать. Здесь самое главное нам еще... Бам! Тактика, ребята, важна. Хоть у нас здесь и безумно, и мы не тащим, но сейчас вот он нас захватил. 49 секунд осталось. Интересно, мы успеем такими темпами? Ой, проходи, дружище. Нам нужна теневая способность. Теневая способность срочно нужна, ребята. Отходим с разворота, и теневая есть. Давай использовать. Тихо. Видишь, он в этой своей... В броне, ребята, он броне в очень мощной броне, он как танк идет, просто непоколебимый. 28 секунд, я не знаю, у нас есть шансы. Мы выбили у него оружие, что ли, или нет? Ну-ка, нет, с разворота кажется... еще разочек, давай теневую. Стой, 20 секунд осталось. Давай бить. Надо бить, ребята, бьем. Бьем, и нужно... Еще разочек, прыгаем. Прыгаем! Да! Ребята, мощно! Слушай, мощно, 10 секунд осталось, это было прям эпично, если честно. Да, сержант. Раунд 4? Да, 3 раза нужно победить. Ох, ребята, это нам еще предстоит такая адская битва. Вот это вот он хорошее задал начало и... Попадаемся под его уловку, ребята, здесь нам проигрывать нельзя, к сожалению, нельзя проигрывать. Хорошо, ответочка пошла. Еще ответочка пошла ему. Отлично. Сейчас он пойдет. Вот это он насыпанул. Не успели откатиться, ребята. Не дает уровень откатиться. Переходим через него. Он стоит и кидается. Хорошо, увернулись. Прыгаем. Ай-яй-яй. Как мощно он нас задамажил, ребятки. И сейчас он пойдет, 100%. Кажется, у нас нет шансов. Я не знаю, реально безумно. Откатываемся. Он сейчас будет бросать свой молот и все равно попадает. Надо откатываться было, именно катиться. Думаешь, надо катиться? Да, укатываться надо. Этот раунд, конечно, мне кажется, мы проиграли, к сожалению. Может, тень используем? Так. Я думаю, можно как-то сбить его способность. Как-то можно сбить. Мне кажется, его вообще никак нельзя. Давай, тень используем. Используем тень, пока подхватили. Отлично, подхватили, ребята. Еще мощно дамажим. Давай дамажить, у нас все равно шансов больше нету. Вот, видишь, вот в чем проблема. Он когда вот в этой теневой способности, ему все равно, он идет на таран. Но дамаг мы наносим, между прочим. Наносим, но, понимаешь, мы тратим время, и он до нас доходит. Раунд 5 решающий, ребята. Вот это бой! Ох, уже сразу пошел, мы даже не успели ничего сделать. Ай-яй-яй, не успели и очень сильно молотом получили по голове. Откатываемся, а у нас оглушение было, да? Да. Ах, ребятки, надо задамажить, уходим.
Уходим. Слушай, а если мы сейчас проиграем, то это все, да, прям? Да, будет? Все, это будет конец, это будет фиаско! Это будет фиаско. Так, ну что ж, напрыгиваем. Хорошо. Давай еще разочек, может быть, нет? По голове вот есть, так ему. Есть, ребят, давай, продолжай. Подожди, он сейчас пойдет, вот в чем загвоздка, видишь? Можно было сбить, мне кажется, если бы продолжили. Нет, невозможно это сбить. Так, ребята, очень мощная способность у него, вот этот таран-танк. Конечно, давай еще разочек. Так, отлично, хорошо. Отлично, еще разочек. Ох, не успел откатиться, не успел. Ох, так, откатываемся, кажется, давай сейчас бей. Сейчас пойдет, нет, он да, пойдет. Да, пошел, надо обходить. Обходим. И откатываемся. Откатываемся, ребята, 47 секунд. Вроде как у нас есть шанс. Есть шансы. Ой-ой-ой, вот это была ошибка. Ой, хорошо увернулись, но вот здесь подловил нас, ребят, нам нужна срочно тень, теневая способность. Отходим. И хорошо. Откатываемся, 30 секунд, но... Есть ли шансы? Очень мало шансов, ребята, есть. Еще раз бей. Ах, да, вот эти вот удары его мощные. Надо подбираться до того, как он их сделает. Да, так, 19 секунд. Переходим. Нужно как-то... Сейчас. Что-то, ребятки, совсем мало времени осталось. Нам нужно побольше рисковать. Времени. Давай, теневую. Ах! Теневую! Да что ты, теневую, не теневую. Она очень долгая, эта теневая. Да. Ах, ребятки, да, практически. На последнем издыхании практически победили его, но, к сожалению, не получилось. Фух, тяжело, ничего да, не могу сказать. Да, надо открывать супер. Или еще сундуки. Раз попробуем. Да не, очень долгий бой, надо чуть-чуть поднабрать сил, может быть, открыть паков и... Давайте откроем пока же сундуки, посмотрим, что нам выпадет. И подлатник, но были шансы, конечно, победить. Да, ребятки, были шансы. Ой, ты посмотри, ночные бабочки, какие мощные ночные нам убийцы, выпали. Да? Да, убийцы, я бабочки прочитал. Ничего себе, ребята. Так, что у нас еще выпадет из редкого сундучка? Редкий сундучок, и здесь у нас шинковка. Серебряный шквал. Кто говорит, до 200 прокачался. Вот это да. Это, шлем, кстати, кочевника и монеты. Да. Ну что ж, ребят, будем прокачиваться, копить силы и, конечно же, готовиться к этому бою. В следующем видео вам покажем, как мы разносим сержанта. 100% его одолеем. А вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами была команда Дидол. Всем спасибо. Пока. Пока. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым.